Здорово. А что тут? Еще патроны. Блять, я же нажал спейс, ты чё? Блять, еще один вышел. Вот-то, чё за хуйня? Может тебе, блять, яйца отстрелить? Нет, не помогает. Чертила. А, ножик же при мне. Я мог его ножиком просто почикать. Так, я пришел оттуда. Тут закрыто. West office. Угу. Так, подождите. Это комната хранения. Я пришел вот отсюда. Тут фотолаборатория, западный офис. Ничего не понятно. Написка пульт в кладовой. Похоже, что на клавиатуре пульта шкафчика отсутствует несколько клавиш. Предлагаю тому, кто устроил этот бардак, поскорее найти запасные клавиши и починить пульт. Я знаю, что кто ты, ублюдок, кто еще мог так обосраться. Понятно, клавиши запасные, да? Чё тут двойки, тройки нету. Так, а смысл? Так, а чё, они через терминал открываются, да? Так, еще раз, чё там нету? Тут двойки, тройки нету. Какие-то вообще шкафчики есть. Эти мы не откроем. Вот, 106 можем открыть. И 109 можем открыть. Тут дробовик. Карта какая-то нужна. Ладно. 208. 203. Этим мы не откроем. Так, что там еще раз? 106 и 109. 106. Угу. Да. А, тут даже цифры есть вот. Так, 109. Так, а где 100? А, не, вот они. 103, 102 не могу открыть. Пленка. Странно. Патрончики. Хуй ты сломаешь, там стальная хуйня. Чех. Блять, а нахуя купить? Нет. Интересно, это делать можно, нет? Можно. А, нет, ее сломать могут. Тут чё? Вот сейф-зона, что ли? А, ну да, печатная машинка есть. Лекарственное свойство трав. Люди спокон веков использовали травы для лечения недугов и болезней. В этой книге мы рассмотрим три травы, растущие в горах Арклей. Зеленая трава излечивает обычные раны, а синяя часто используется в качестве противоядия. Что касается красной твари, то она красива, но не обладает никакими лечебными свойствами. В всяком случае, так считалось ранее. Известно, что соединив травы, можно получить мощные травяные смеси. Однако лишь недавно стало ясно, какую роль в этом процессе играет красная трава. Согласно восточной медицине, смеси синей и красной травы улучшает общее физическое состояние. Синий и красный. Выясненному
только начали раскрывать потенциал этих трав и их лекарственные свойства. Без сомнений, чтобы узнать все их секреты, нам потребуется дополнительное исследование. Ясно. К примеру, умеренный объем здоровья. У меня спрейка есть. Да, сохранится. Ящики можно посмотреть? Можно. Порох. Еще патроны. Прекрасно. А вот и травка красная. Дальше пропустите. В каком фильме? А, что это? С непроявленной пленкой. Памятная фотография. Прикольно, чё. Хранить, хранить. Пойдемте дальше. Я не знаю, ребята, значит, прям очень большим куском, наверное, запишу Resident Evil. Прям очень здоровым куском. Чё тут? Это куда мы выйдем? Здорово. Еще патроны. Так, давайте все-таки мы пойдем обратненько. Окно сломалось, все там деревяшки торчат. Черт. Так, сюда. Здрасте. Порох еще. Использование пороха. Два пороха для пистолета. Порох плюс высококачественный порох желтый для дробовика. Два высококачественных для револьвера патроны. В участке осталось мало патронов, потом используйте порох, что найдете. Я понял, все. Ясно, как днем. Пидарас, блядь. Ножик отдай, сука. Встань же, хуй. Почему не удивлен, а? Вообще на ножик похуй смотрит. Дай ножик, собака. Он уже сломанный, блять, по-моему. Еще один сейф. А где к нему ключ искать? Он же пометился? Пометился. Вот для шкафчиков. Оружейный шкаф, раковина в фотолаборатории. Угу. Ты крякнул, собака некрещенная. Ну, что-то операция 28 сентября в 2:30. Нас осталось всего четверо, у нас нет оружия, нет патронов. Постоянные стычки смотали нас физически и психологически. Нам конец. Офицер Филлипс как-то предложил бежать через канализацию. Кажется, под участком есть потайный туннель, оставшийся в наследство от музея.
Тогда ее идея казалась здорово, но сейчас я изменил свое мнение. Да, мы не знаем, существует тоннель или нет, к тому же в канализации могут быть зомби, но сидеть и ждать смерти тоже так себе перспектива. Надежды мало, но я постараюсь разузнать побольше про этот тоннель. Или вот Эдвард. Угу. Так это и не узнал, у тебя под знаком вопросиком у тебя в блокнотике был. Первое задание, девочка. Твое первое задание будет особенно важным и сложным. Твоя задача — открыть ящик своего стола. Ключ к успеху сокрыт в первых буквах наших имен. Введи буквы в порядке расположения наших рабочих мест на столе. Два звонка к одному из... Открой оба. Первое задание — запомнить имена других офицеров. Ну ты же так и не понял, да, начали он. Я тут есть. Дэвид Эллиот. Ты кто? А, Нел. А какое у вас расположение? Что-то ничего не понимаю. У этого вообще нет имени. Безымянный тип какой-то. Что такое? Марвин. Рита. А это безымянный тип. Скорее всего, вот он. Он же тут сидел. Так, ладно, давайте посмотрим. Идем наш отсюда. Д. Д. Е. Н. Д. Е. Н. Ага. В смысле? Так, еще раз. Ну, Д. А там Д не было в первой. Значит, М. Знаешь, идти все-таки надо отсюда. А, Н, ёб твою мать, блядь. Вот. Наш идет оттуда у нас все. Так, там имени у нас нет. М, Р. То есть какая-то буква и Р, М идет в конце. R. Тут M. В смысле? Чё? Чё я сейчас сделал? Хрен его знает. Большой магазин Матильда. Это... На этот пистолет, да? Прекрасно. 24 патрона. Мощь. Так, а туда мне что, никак не попасть, да? Печально. Угу. Тут ключик нужен, понятно. Ладно, наш нам только путь наверх остается. А нахуй я это сделал? Кто его знает? Чё, собака, не кричай, не можешь пройти, да? Ума не хватает. Так тебе надо. Я пока сохранюсь. Леон, ну ты шо? Ножик сломался.
Женщина, вам на пенсию пора. Собака, блядь. Чё ты поднимаешься? Петараста. Что тут у нас? Туалет. Какой-то вентиль нужен. Да ты зачем? Ты его просто... понятно, нельзя перетаскивать. Блять. Пидор. Тут я обосрался. Чё, наугад, ребят? Бен. Фэм. Не хочет. Для дробовика. Дробовика-то у меня нету. Переносной сейф. What? Смотреть с разных углов, выберите его, нажмите изучить. Возможно, узнаете о нем нечто новое. Вот. Изучить. И... Странная шляпа какая-то. А, инструкция вот. Нажмите кнопку, чтобы включить соответствующую лампочку. Чтобы открыть и включить их все. Кнопки нужно нажимать в определенном порядке. Нажав неправильную кнопку, вы выключите все лампочки. И вот придется начинать сначала. Ага. Блин, это так-то сложно. Давай. Лампочка есть. Нифига не. Не тянет. Вот. Вот эти две. Не идет. Ага. Не идет. Ага, то есть отсюда надо начинать с этой. Нет. Угу. Вот эти две. Потом вот это. Вот это. Не идет. О. О. Так, еще раз вот это. Так, нет, 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 вот это. Вот это. Вот это. Вот это. Еще надо вот эти вот кнопки в порядке. Угу. Господи, как это тупо было сложно. Запчасть, какая-то небольшая запчасть. От чего это? Кнопка от клавиатуры. На ней ничего не написано. Это вообще найс. А кто тут? Что за чувак тут был? Непонятно.
Травка. Пойдемте выше. Статуэткой еще один. Че? Джалевер. Как я эту хуйню вскрыл? Ключ. А-а-а. Сука, вместо чего тебе? Собака некрещенная. Куда это я вышел? Подождите. Давайте травку тут пока выложим. Можно выбросить. Завернуть. Ну, хер бы с ними. Травка эта красная мне. Вообще в хуй не впала. Это лизун. Милая крокозябра, прям очень. Можно объединить. Так. Объединить с этим. Досочки еще. Места катастрофически не хватает, что за жопа. Ёбаный ж ты, блядь, пидорас, блядь. Еще на пистолет. Патроны. С4. Досками. Ну если выстрелить, не зачем к ней что-то применять? Не хочет, ладно. Заминирована преграда. Чьи-то каракули. К черту этих корпоративных ублюдков, они меня кинули после всего, что я сделал. Раз уж такое дело, будь что будет, повеселюсь, пока весь мир летит в задницу. Я запер этих тупых свиней в загоне и заложил взрывчатку. Осталось только взорвать. И все. Сайлонара, придурки. Нет, это слишком просто. Может быть, я дам таки тому поехавшему повод хорошенько повыть. Да, думаю, я вручу ему игрушку, скажу, убей того, кто рядом. Или все погибнут. Интересно, что произойдет. Вы тут орете про правосудие и гордость, но сколько раз вы шли против меня, вашего начальника. Да, ты хороший коп, такой хороший, что тебе место в могиле. Черт, а это вообще весело? Включу-ка я музыку. Бедренная сумка. Ого, вообще прикольно. Место больше появилось. Гандон какой-то. Сколько там копов лежит? Вон игрушка у нее. Нужно что-нибудь для взрывчатки найти. Опа. Ну здрасте. Leon, it's Marvin. I need you back here ASAP. Are you okay, Marvin? I've got something to show you. It's important.
Copy that. I'll be right there. Окей. Тут есть лесенка. Тут есть лесенка. Я с одного выстрела голову вскрыл. Так, а чё тут нету ничего полезного, что ли? Красная книга. И смысл нет нее. Чувак, а ну тебе надо? Блять. Трачу много. Вкусная жопа, да, чувака, наверное, пиздец. И что это дало мне? Абсолютно ничего не давал мне это. Это я смотрю, что-то прям очень сильно увлечен поглощением жопы. Не будем ему мешать. Коняшка. Коняшка. Это что у нас карта, да? Офис Старс, оружейная, прачечная. Так, подождите, подождите. Так. Вот офицера. Коняшка. Рыбки, рак какой-то и какой-то кушинчик. Чё? Так. Рыбки. Рак. Какой-то кушинчик. Вот. И все, места нету. Порох. Куда мне его, блядь, ложить, этот порох? Ладно, вместо деревяшек. Нахуй не нужны. Порох лучше. Угу. Даже так, окей. Получается больше. Встал, сука. Больше идти нам некуда. Так, идти обратно. Чё? Показалось. Так, у нас тут, а, тут понятно, тут душевая у нас. Собись нахуй. Надо выгрузиться.
то вещей слишком много. Так, давайте ее. Нет, 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 пока выйдем. Ее изучить. Кусок пластика в форме книга. Похоже, ее должна быть держать какая-то рука. Подождите, ну-ка, 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 ну-ка. Какая-то рука. Вот муж ее вот эта книга держит. Вот это вот. Значит, пока положим книжку. Медальончик. А, ну там же, в принципе, есть хранилище, да? Значит, могу понять, там же есть хранилище. А, там есть коробка, точно, да. Значит, можно выложить ключ. Это мы все оставим. И сохранимся. Ну что, ребят, на этом мы закончим. Я не знаю, насколько это мы записал, наверное, там уж часа на два практически, на полтора точно. Вот игрушка реально прям пушечка вообще, прям затягивает. Вот, очень охуенный ремастер. Очень много чего похожее с... именно со второй, с оригинальной части. Ну, я, если честно, смутно помню вторую часть Resident Evil. Вот, но это прям вообще... круто, в общем. Ну, а с вами был Лёха. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте мои видео. До скорого.